have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет. Сегодня вроде живет кто-то там где-то. Так, кот кто? Бухач, кот. Я тут. Модрикс. Я знаю, что это ты, я вижу тебя. Мы сегодня с вами, ребятушки, вроде как в Team Fortress. Да, занес. Ты куда? Исчез. Похильте меня, пожалуйста. Чем я тебя похилю? Пулеметом? Да. Он у меня в новогодней ящики. Упаковке. Тут я шпион, шпион. Вижу. Смотрите, держите. Я его убил. Я его убил. Пойдем. Да откуда, блин? Да, ребят, если что, ну бить будем просто по-страшному, потому что 17 наигранных часов дают о себе знать. Этот опыт, который ни на что не променяешь. Что-то мимо меня Гренка пролетел. Почему здесь нельзя строить стены? А, ну тебя сожрет, блин, меня ракетчик бьет. Стой. Я убил ракетчика. Эй. А, мы раздачу уничтожили. Все. Да чувак, а ты сдохнуть там не хочешь, например? Ясно. Меня снайпер убил. Рейли уничтожили. А? Мне все уничтожили. А, мастер меня спасти. Как это кинуть сос? Так, погодите, а мы что, без респауна что ли? А, вот. Без респауна. А где тогда? А, вот 2 секунды. А чё так до... Ладно, понял. Ладно, так. Смотрите, я тогда беру медика. А вы сейчас где? Я только что заспавнился, но всё хорошо. Я вижу. Я, кстати, тут и умер. Ох, там видишь, там Томпсон. Всё, пойдём. Воу, тут человек! Где? Я тебе хилю, давай. Только от стенки отойди. Всё, я тут. Фига себе. А, фишка в том, что когда я стреляю, я не особо могу что двигаться как-то, поэтому... Может взять... Погоди, М или Н? Как класс сменить? Ну, я настроил, у меня на А. Так, Майра, Демо, Инженер. Снайпер, конечно, круто. О, может с солдатом поиграть? А, ладно, блин. Да почему? Ну что такое? О, мне ачивку дали A+. Первую, одну из 9. Нормально такой. Не играл в это там, не знаю, сколько лет. Зашел. О, ачивочка. Ну, мы вообще за мной ничего не сделали. Не, ну как, зашли, поприсутствовали. Как-то ничего не сделали. 14 экспы, как-никак. Да. Хорошо, давай дальше. Побегаем немножечко, повеселимся. Сколько? Я, наверное, вообще... Я себя в топе не вижу. Там ты в слове сделал пару ошибок, так что не в топе, а в опе. Блин. 314 урон, но в принципе норм. Больше, чем у вас двоих. Ну да, Хэвики. Да, нормально. Метик зашел, сделал больше урона, чем Хэвик. Огнеметчик, блин. Воу, кажется, у нас Хэвик умеет играть, что ли? Да, кто-то умеет играть, вот еще от нас. Я не попадал. На инженер я ни разу не попал. Ни по кому. А, да. Кем я хочу быть, в самом деле? Ну ладно, пойдем за демку сыграем. Это будет демонстрация. Демонстрация. Это 45 секунд сейчас этот вармап, типа разогрев. Ну да. Да блин. Вот за кого? Чего?
Кот, ты за кого? Ну, мы все за красную команду. Я ну. за медика. Ну, а, я тоже за красную. Я понял, понял. Я туплю, да, понял. Я, наверное, на скаута пойду. На скаутине? О! А, не, я не хочу на скауте теперь. Я резко передумал. Я же на скауте самый первый игру. Есть такое. Ладно, я пошел туда самым первым умирать. Стой! Как бы другого враги. Я вон этому говорю, стой. Космоскауту. Я вообще не знаю ни карт, ни расположения. Вообще, что мы тут делаем? Все, у меня это... Так, у меня есть... У меня проснулось. Тут какой-то чувак с мачете бегает и просто стенки бьет. Ну, нормально. Ну и что? Вот отсюда они выходят. А нужно это заминировать. Кто из нас? Я, Демо. Стой! Нам нужно... Чтоб кто-то сюда хотя бы пришел. Кто-то... А, нужно заминировать хотя бы один проход, чтобы они не вышли. Нет, возьми второе оружие. А, на второй предмет возьми, второй предмет. Там, где минировать. Да. И на правую кнопку мыши взрывать. Нет, понял? Нет, да не For the hat-trick, Nature Man. Indeed. У них пира на вторую кнопку мыши может... Do you appreciate? Красиво! Ну иди! Это раки! Ты бессмертный, чувак! А кто знал, блин? Ну, ты американцы говорят. А, я и себя тоже взрываю, прикольно. Пиро, пожалуйста, потушите. Carry on about the... I never used the spy a scout. Так, а как можно приглушить команду свою? Команду можно как-то. На что? Так, есть, вроде занято. Нет, но они продолжают триндеть. Пойдем. Так, ладно. Ты солдат, да? Ага, пойдем. Да, я, у меня ракетница такая, что... Я очень сильно надеюсь, Саша. Ну, она плохо. Оно кто сможет играть по-нормальному? Ты чё, мы сюда не играть пришли, мы фаниться пришли. Like at that moment on the point would be very grateful, you know? На каком... А, типа, он хочет, чтобы я туда подошёл? О, вот это я... Рокет джамплю. На ниже. Я вообще здесь не понимаю, где я нахожусь сейчас. Я тоже, я где-то нахожусь. Где-то нахожусь. Ты не туда по... Я себе ноги ломаю. Да, я да, 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 звук был хорош, я это уже услышал. Что происходит? Я пока что убил двух человек. Я сама убился. Молодец. Так, точно. А, верну. Ой-ой-ой! Я профессионально профессионально. Ауронцам по себе наносится. Ну, не знаю. Что-то я отрубил эти голоса из игры, но они продолжают... А, может быть, они просто в лобби продолжают говорить. Ну-ка. Похожу с этой штукой. Посмотрим, как оно будет. А где кто-то из вас? Я хочу вас видеть. Если бы я разбирался в карте, я бы тебе точно сказал бы, где я нахожусь, но я нет. Кто-то горящий убежал. Ладно, будем Чё так больно? Нет, вот первый взрыв был хорош, когда я три чувака грохнул. По-моему, я больше сегодня вообще никого не убил. Чего? За красную команду играете или за синюю? Мы все в красной. Все в красной. А, я синий. А, блин, тебя перекинуло. Да. Долбанный автобаланс. Да, кстати, за счет автобаланса такое может произойти. Это печально. Ну, ладно, тогда буду против вас играть. Да я прям сейчас расплачусь.
По-моему, если ты будешь мейнить и убивать чисто нас, то ты там станешь килл-лидером. Учитывая, как я играю... Oh, fuck! Come and bash the sentry with me up top. Это зачем я вам говорю? Кем я буду быть? За кого? За пиромана. Ну я не знаю, мне этот чувак в одуванчиках не очень нравится. Ну да, он видит одуванчики. Давай. Кто это? Это шо, кот? Да, ты меня убили. Это был не кот. О, я по-моему, кого-то... О, я кого-то убил, реально, блин. Я людей убиваю, да ладно. Да ладно. Да тебя спасают. This game is so easy. Зачем ты это делаешь? I hate myself. Просто делай больно. Просто... Нет, ну вот эта фраза вполне пироману подойдет. Просто делай боль. Это будет вполне достаточно. Ёкар, ну баба, это там проведи подрывники, да пошло оно нафиг, я ухожу отсюда. А, this shit I'm out. Так, я короче понял. Мне кажется, что это перс саппорт, ну не то что саппорта, но... мне нельзя оказываться одному против кого-то. You get the message. Yeah. Да блин, может меня кто-то похитил? Of course not. Ну-ка, сюда. Сюда. Mr. McNoob. Блин, я никого не взорвал. Нет, меня просто из пулемета размотали. Потому что гранаты не долетают, у них очень маленький радиус. Они просто не долетают. Не, я понимаю, что их нужно кидать навесиком, там все дела, но все-таки. I need a medic. Кота бухача убивать нельзя, он кот бухач. Кот алкоголик, горе в семье. Да блин, я ему вообще уронили. Короче, нас ракеты домогают. До нас домогаются. Домогают ракетой? Да. Где вы все? А это грин. Вон чувак, блин, с это... Устроился там с этим, с миниганом. Вообще все хорошо у него в жизни. А я прям вижу, а меня жгут. Зажигают. I need a hero. На 45, да. Кто это поет I need a hero, мне интересно? Чей это божественный голос такой? Нет! Блин, не трогай меня. Не подходи ко мне, блин. Я кого-то убил. Ой, я тебя убил, так что... Но у меня было 9 хп, я с этими 9 не попал. Да мало то, что 9 хп, ты еще так аккуратненько на лету поймал эту гранатку, блин, просто 10 из 10. Да мне только баскетбольная команда не записаться и все. Ой, я себе. Ой, я кого-то еще взорвал. Нормально. А, у меня закончились грены. Я вторым вот этим гранатометом, который липучий, я вообще им играть не могу. Можете, пожалуйста, сказать, где находится ваш шпион? Какой шпион? Где шпион? Вот тут какой-то оградимый момент. Выбежал к нам. С мечом. Я наблюдал так, что... Там было написано, что его зовут твоя мамка. Прикольно, ты такой заходишь в игру, а там твоя мамка. И такая, а чё ты не на уроках, да? О, это... Yeah,
О, я его убил. Кого? Да. А, я убил Вулфи, чувака, который постоянно меня гасит. Ах ты. О, да, он вообще... Так он в вашей команде, что вообще тебе-то что? Да меня опять сжигают все, почему ты ненавидишь этих пироманов? Если ты кого-то ненавидишь, сам ты пироман. Или если не можешь уничтожить, присоединись, да? Да. А еще лучше возглавь. Так, чувак... Теперь я буду отбивать ракеты вас. Кстати, на вторую кнопку ночи можно отбивать ракеты. Фига себе. И тушить союзников. Тушить из огнемета? Нормально. Да. Ну типа он газ выпускает, он может отбивать ракеты. Как я сейчас просто сделал. А, химический огнетушитель, я понял. Вот я сейчас откину Чирика. А он меня лопатой убил. А, кирку. Смеемся после слова лопата? Нет, это кирка. О, я кого-то взорвал. Я видел прям. Я прям переключился на него, видел как. Я их не вижу, я просто туда куда-то за горку накидываю, оттуда потом крик такой, и потом смотрю, опа, фраг. Так вот, эта игра, она больше про тим, чем про Fortress, потому что когда вот в команде чисто поржать, тогда да, тут весело. Типа, раньше была только одна карта, и это Форт. О, начинается вот это вот раньше было лучше. Да. Смотря с какой стороны посмотреть, правда. Ну, раньше ботов не было. А теперь мы играем как боты, все нормально. Мне показали мою руку и написали мне кусочек вас. Да чем вы? Что в ми... А, да... А, шпион. Понятно, ясно, понятно. Бэкстепнул. Он баканул тебя. Бэкстебнул на меня, да. Тихо. Я нашел пиромана, который крысил. И он меня пережег. Ага, вижу. Сантеста, который. Да, у меня еще фраг забрали. Неприятно, когда тебя обосывают. На вашу команду, как а нормально, что у нас только один проход, и мы только через него можем идти? Я не знаю. Мочи всех одинаково. А, я, кстати, застрял. Все, я тут. Чем? Кто? Из А, ясно, снайпер. Professional have standards. Можно, пожалуйста, сейчас включу вам, не знаю, для демонстрации. Я застрял, вы меня придете и убьете. Потому что, ну, я играть не могу. А где это? Объясни. А я рядом со спауном. Блин, до тебя еще и добраться надо. А ресетнуть персонажа тут нельзя? Я не знаю. А, можно, можно. Можно на другого переключиться. Ладно, будем делать боль. Так, тут где-то снупер дежурит. Я дежурю. Оп! Ты долбаный шпион, да ты шпионаешь, я не так вот. Я его не убил, да, при этом? Я его, блин, не убил при этом. Меня кот Бухач убил. Ну, он вообще алкоголик, надо бросить. Заводим машину смерти. И меня убивают все. Да, спасибо. Нет, я случайно убил пройти, я не хотел. Серьезно говорю. Азазель. Шикарно поиграли. Так, следующий раз, наверное, как-то без меня. Чё так? У меня тут основной геймплей добежать до места действия. Сколько у меня фрагов? 14. 26, котяра, ты чё? Нет, ладно, хорошо, согласен. Наверное, несколько лишних часов, проведенных в игре, немножечко сказывается на опыте.
Вот, держись. Я упал, да? Да блин, я только начал. Я зачем по прямой побежал? О, я кого? О, есть! Минус 4! Ой! А минус 5! Ладно. Кот, я тебя отомщу. Нет! Да, я тебя найду, я тебя отомщу. Меня Русия Монки убил. Да блин, я только... Я же только к тебе подошел. Я на третьем месте на серваке. Нет, это плохо. Если я, чувак, который вообще не умеет играть, на третьем месте на серваке, мы просрём. Да нет, вы как раз выиграете. Потому что вы обороняетесь. Ну не знаю, синий просто очень кучку... Ой-ой-ой, что ты ж! Ты говоришь мне, что я кучкуюсь? Я должен убить меня. Меня Вульфи сжёг. Если я вообще сам бегаю. Я даже своей команды не вижу. Нет, ну почему? Вы уже две захватили, вы третью захватываете. Как это мы выигрываем? Все. Но дополнительное время. Все. Видишь, я тебе сказал, что если я Нубяра в топе, значит мы проиграем. Ну а как у кота 32 кило? Ну потому что кто-то умеет играть, в отличие от меня. И, наверное, тебя я уж не буду говорить. Ладно, я думаю, что на этом неплохо побегали сегодня. Будем заканчивать эту серию. Ребятушки, спасибо, что были с нами. Говорите, кто раньше играл в эту игру, кто до сих пор играет, кто фанат. Пишите в комментах, будем рады всех вас видеть. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бабра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда.